Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и сегодня мы поиграем в The Evil Within 2. Нет. Нет. Этого не может быть. Так, что происходит? Горит наш дом, и, походу, там кто-то остался из его родных. Господи, Лили! Так, Лили это либо дочь, либо его жена. Воу-воу-воу. Полегче немножко. Так, ну давайте, не знаю. Попробуем с другой стороны. Отлично, стульчик. Лили, это я! Где ты? Господи, она наверху! Так, а нам-то? Что произошло? Надо как-то наверх подняться. Что произошло? Весь дом полыхает. Иду. Я иду, Лили. Держись. Пока мне немножко напоминает Last of Us, не знаю почему. Я тут, Лили. Я тут. Так. Еще небольшое обучение. В принципе, весьма-весьма кстати. Черт, где же она? Папа, ну где ты? Так, она в другой комнате. Лили! Выходи! Че за хрень? Лили! Ее утащили? Я пришел! Папа здесь! Нет, папа, ты не пришел. Лили! Нет! Ты меня не спас! Геймпад сейчас, ребят, просто сходил с ума. И это наш какой-то страшный кошмар. А, возможно, настоящая реальность, которую главный герой уже переживал. Кидман? Привет, Себастьян. Давно не виделись. 3 года. Я тебя разыскиваю уже 3 года. Ну а где ищешь-то? На дне бутылки? Так что ли? И какого черта ты явилась теперь? Ты не мог найти меня, потому что они не хотели. Ну-ка, успокойся. Ты знала, что должно было произойти в больнице, да? То, что произошло в маяке, осталось в прошлом. Ты должен забыть. Ты говоришь, как треклятый мозгоправ, к которому меня послали. Но он не знал ответов. А ты знаешь. И ты расскажешь мне о Мёбиусе. Вот почему я пришла. Thank you.
Откуда у тебя это? Твоя Лили жива. Она погибла. Я видел полицейский отчет. Я был на похоронах. Мы способны даже историю переписать. А уж инсценировать смерть и подавно. Я не стала бы к тебе приходить, только чтобы соврать. Лили жива. И она у нас. Но она в беде. Ты должен помочь ее спасти. В каком смысле? Что вы с ней сделали? Убери от меня руки. Я надеялась, что ты пойдешь добровольно, Себастьян. А уговаривать тебя времени нет. Ты нужен нам. Ты нужен Лили. Себастьян, ты проснулся? Хорошо. Да, отлично. Где мы? Это одно из наших зданий. Так это Мёбиус Всемогущий, да? Следи за тем, что говоришь. Знал бы ты, какая у них власть. Ну да. Такая власть, что им пришлось похитить бывшего копа, чтобы он помог. Ну, хотя бы твой чудовищный сарказм на месте. Хватит с меня этой чуши. Где Лили? Терпение. Ты получишь ответы на все вопросы. Голос главного героя мне просто до жути знаком. То, что случилось в психиатрической больнице «Маяк» — прискорбная неудача. Но с помощью новых знаний мы создали новую, усовершенствованную систему STEM. При чем здесь вообще моя дочь? Только представьте, миллионы сознаний, слитых воедино. Счастье для одного — это счастье для всех. Эта машина, это чудо, приведет человечество к истинному величию. Но для начала потребовался разум, чистый и невинный, способный вместить тысячи личностей. Чистый разум ребенка. Вы подключили Лили к этой машине? Ваша дочь особенная. Самый стабильный кандидат на роль ядра из всех. Благодаря ей... Новая система STEM работала успешно. До недавнего времени. Чуть больше недели назад Лили пропала. Перестала подавать сигналы. И пространство STEM начало разрушаться. Мы решили, что это технический сбой, который легко починить, и отправили внутрь группу наших агентов. Но мы потеряли связь с ними, а затем со STEM. Подумайте, мистер Кастелланус. Я даю вам уникальный шанс. Не просто увидеть свою дочь, но и спасти ее жизнь. Вы столько лет корили себя, что не сумели. Можете спасти или бросить умирать. Выбор за вами. Удачи, Себастьян. Если встретишь там кого-то из наших, постарайся сотрудничать. Я знаю, ты нам не веришь, но у тебя с ними общая цель. Ничего, я и сам справлюсь. Только помни, как только обнаружишь Лили, сообщи, чтобы мы начали извлечение. Я буду снаружи на связи.
Кое-кто будет с тобой там, внутри. Ты готов? От тебя многое зависит. Будь осторожен. Вход в STEM через 3, 2, 1. Ну что, ребят, мы попали. Где я? В Стэн. Что? Папа, скорее! Иду, Лили! Папа! Опять дом горит. Я знаю, и тут же исчезает. Она умерла. Наша девочка умерла. Нет, нет. Я не смирюсь с этим. И если ты не поможешь мне, я сама узнаю правду. Что за чертово место? Детектив, получен вызов. Всем машинам 1199. Срочный код 3. Больница Лайф. Пока не совсем понятно, что происходит, но мы попали в какую-то типа реальную, виртуальную реальность. И пытаемся понять, что же здесь происходит. Так, это рация или телефон? Неважно, Себастьян. Главное, ты добрался. Как ощущения? Ужасно. Будто у меня жуткое похмелье. Ничего, это пройдет, когда мозг адаптируется. Ты находишься в зоне, отделенной от главной системы. Здесь мы можем поддерживать связь с тобой. Это место называется кабинет. Безопасная зона, созданная из твоих воспоминаний. Ах, воспоминаний? Раз так, где же моя жена и дочь? Смахивает на мой кабинет в полицейском управлении. Его формировало твое подсознание. Претензии предъявляй себе. Ближе к делу. Мы отправили тебе кое-какую информацию. Видишь что-нибудь незнакомое? Так, что-нибудь незнакомое. Может, здесь что-то на столе? Так, о! Лили нарисовала меня. Потом все это сгорело со всем домом. Моя так, что у нас здесь? Грамоты. Жизнь назад. Даже не верится. Что тут еще на столе нам показывало? Кошка?
Не помню, черная у меня была кошка. С красными глазами. И какая-то папочка здесь лежит. Или не папочка, что-то. Для слайдов? Откуда моя память его выкопала? Из времен начальной школы? Так, слайд. Реликвия прежних времен до мобильных телефонов. Такие встречаются разве что на старых чердаках и антресолях. Просматривать их можно на проекторе в кабинете Себастьяна. Окей, а это что у нас? А, ну это как раз проектор. Кидман, ты меня слышишь? Ты бы не сказала мне о Лиле, если бы ваша поганая машина не сломалась. Я бы продолжал оплакивать свою дочь, а тебе было бы плевать. Не плевать, но сказать я не могла. Меня бы убили. Тебе можно верить? Зачем мне врать о таком? Чтобы манипулировать мной. Чтобы я вел себя как образцовый солдатик. Ты уже лгала мне раньше. Вся наша дружба была построена на лжи. Ладно, я понимаю. Не могу винить тебя за это. Ты никогда меня не поймешь. Ты ведь не теряла семью. У меня никогда не было семьи. Были просто два человека, которые привели меня в этот мир. И я была для них обузой. Лучше познать любовь и потерять? Ты это хочешь сказать? Возможно. По крайней мере, у тебя были те, кому ты дорог. Я понял. Голос главного героя мне напоминает Uncharted. Кого-то из них. Так, а это у нас что такое? Зеленый гель. Это жижа мерзкая, обычно обнаруживается на трупах врагов. Зато она поможет усилить ваши способности. Спасибо, киса. Ага. Спасибо, киса. Киса, 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 киса. Так, давайте посмотрим, что здесь еще у нас есть в кабинете. Вот это что такое? Терминалы позволяют сохранить достижения в любой момент. Они находятся в убежищах и кабинете Себастьяна. Окей. Ну, это прям в стиле пишущих машинок в Silent Hill. И пока, друзья... О, в Resident Evil. Пока мне, ребят, все это очень-очень нравится. Так, а тут... Ничего нет. Тут вроде тоже. Сюда нам не пройти. Что-то киса там. Может, я что-то не досмотрел? Но она ноет, что надо сюда все равно садиться. Но других слайдов у нас никаких нет. Так что, киса, извиняй. Так, на полочках тоже ничего нет. Снимки нескольких агентов Мёбиуса. Это ваша пропавшая группа? Она самая. Найдешь кого-то, дай знать. Внутри СТЭМ угу. Мы можем связаться лишь с тобой. Они застряли в Юнионе. Они тоже ищут Лили. В Юнионе? Пространство СТЭМ имеет форму небольшого города под названием Юнион. Отлично. Значит, ваших экспертов тоже надо спасать. Только ты и можешь это сделать. Спасибо за доверие, но у меня одна задача — найти Лили. Мы добавили данные. Просмотри их, прежде чем идти. Так, отлично. У нас вторая глава. Что-то пошло не так. 5 человек, в общем, в группе. Ищите членов поисковой группы Мебиуса, чтобы узнать, где найти Лили. У меня один вопрос.
Как мне отсюда выйти? Так, а может у нас что-то есть? Какой-то инвентарь. А вот тут что? Тут ничего. Опа. Зеркало. Как в маяке. Наверное, выход. Почему моя память не делает обычных дверей? Давайте для начала сохранимся. И я думаю, друзья, на этом мы пока закончим. Если вам понравилась игра и вы хотите увидеть продолжение именно в моем исполнении, то обязательно ставьте лайки, пишите об этом. Ну а с вами был Локи, друзья. Это был первый взгляд на Evil Within 2. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.